то он с пулеметом, выстроив сзади в ряд автомобилей, куда-то бежит, куда-то стреляет. То он дает какие-то нелепые интервью на весь мир, где он признается, что он видит Тину Канделаки, и ему хочется с ней салам алейкум. И вот этот прочий бред, когда человек вытворяет, вот только этот человек высмеивает нас на весь мир. Тумсо, скажи еще, почему в Чечне, когда речь заходит о тебе, чуть что начинается визг и писк, что ты ваххабит? Об этом и Межиев, и Тевсиев, кстати, говорили. Ну, потому что в Чечне, да и не только в Чечне, есть такая практика, все, что не нравится власти, этому дается имя ваххабизм, и все, после этого ты объявляешься врагом народа. Раньше при советской власти это враг народа, вот так называли людей. Враг народа, и все. И никто больше не разбирался, там, что, кто, что он там сделал. Шпион он там, информацию он кому-нибудь продал, или что он. Ну, никто не разбирался. Говорили, враг народа, все. Все люди от него как бы отстранялись, все боялись свою связь какую-то с этим человеком выявить. Его семью наказывали. Все то, что сейчас делают с людьми, которых называют ваххабитами, раньше то же самое делали с врагами народа. Вот. Поэтому, а что им еще сказать? В чем они могут меня обвинить? Они разве могут мне по делу какое-то обвинение выдвинуть? Они не могут. Те обвинения, которые они выдвинули, прям все там оформили документально. Представляете, целое государство, самое большое государство в этом мире стояло за этими обвинениями. Гарантией этих обвинений в Международном институте Интерпола было целое государство, огромное, самое большое в этом мире, которое является ядерной державой, там, бла-бла и все. И представляете, эти обвинения были опровергнуты. Как ты думаешь, что они тогда могут мне еще предъявить? Если бы не Ахмад Хаджи, с мудрой политикой мы тоже были бы в Африке. Рамзан, народ с тобой. Балаболов везде хватает, и всегда они были. Чечня идет вперед и развивается, говорит адвокат адвокатов. Тебе надо было здесь закончить тем, что если бы не Ахмад Хаджи, то народ вообще исчез бы с планеты. Странно вообще, как мы до Ахмада Хаджи жили и не превратились в Африку. Удивительно. Многие обвиняют тебя в том, что из-за тебя весь мир смеется над нами. Типа ты на весь мир ругаешь чеченцев, власть, типа чеченец против чеченца, что скажешь? Я скажу, что в этом мире многие над нами смеются только благодаря одному человеку, который является как шут гороховый. То он наряжается в какие-то непонятные наряды, какие-то кольчуги на себя напяливает, какие-то мечи, щиты берет. И появляется в каких-то мероприятиях, то он в каких-то постановочных роликах снимается, где он типа змею душит, там крокодила убивает, то он с пулеметом, выстроив сзади в ряд автомобилей, куда-то бежит, куда-то стреляет, то он дает какие-то нелепые интервью на весь мир, где он признается, что он видит Тину Канделаки, и ему хочется с ней салам алейкум. И вот этот прочий бред, когда человек вытворяет, вот только этот человек высмеивает нас на весь мир. У нас нет вот никого другого, из-за которого у нас бы над нами смеялись. Только вот этот человек и его окружение. Как, например, Джамбулат Умаров, который может во время совещания заявить, что он питается светом мудрости абсолютно немудрого человека. Вот из-за кого над нами смеется мир. Не из-за таких, как я. Из-за таких, как я, мир, наверное, скорее плачет. Он видит все, весь тот беспредел, творимый там, в нашей республике. Из-за этого мир может только плакать, смеяться он точно не может. Рустам Шаро. Ты не считаешь, что ты много стал говорить на религиозные темы? Ты же не ученый, я без злости и злорадства по-братски. Рустам Шаро, нет, если бы я так считал бы, я, наверное, не говорил бы. Тебе надо было привести конкретный пример. Сказать, Тумсо, вот тут ты сказал что-то противоречащее там, религии, например, без знания.
обосновать это, и, возможно, тогда бы я либо принял это, да, и покаялся, либо сказал бы: нет, ты здесь не прав, и так далее. А так, просто так, знаешь, тебе не кажется о том, что ты много говоришь, но так это не работает. Тебе может не понравиться, что я говорю там на какие-то религиозные темы, кому-то не понравится, что я на политические темы говорю, кому-то еще на какие-то темы. Пока я говорю, не совершая каких-то там фатальных ошибок, то в этом нет никаких проблем. Саламу алейкум, брат. Как ты думаешь, проигрыш Ичкерии произошел из-за ширка, который был тогда распространен? Ширк — это многобожие. Он спрашивает, поражение было из-за многобожия, которое было распространено? Я думаю, что нет. Я думаю, что поражение произошло из-за отсутствия единства в наших рядах, из-за многочисленности грехов, из-за того, что слишком легко стали относиться к крови людей. Я думаю, в этом вся причина. Когда среди нас было распространено многобожие гораздо больше, чем во время Второй войны, Всевышний даровал нам победу. Но это надо отметить, что это многобожие тогда было распространено в силу нашего невежества, то есть неумышленно. В силу своего невежества мы были очень религиозно невежественными людьми, но мы были едины. Среди нас было единство, было подчинение верховному своему главнокомандующему. И Аллах даровал нам победу. А тогда, когда этого вроде как мы стали более религиозно грамотными, но среди нас стало больше людей религиозно грамотных, снизился уровень многобожия, но мы потеряли единство, мы стали как-то легче относиться к крови людей, крови. Тогда Аллах наказал нас поражением. И чтобы исправить это положение, нам нужно вернуться обратно к единству и решить проблему с нашими грехами. Рустам Шаро, я не говорю, что ты что-то говоришь неправильно. Наоборот, когда ты говоришь на религиозную тему, ты говоришь правильно. И мне нравится то, что ты говоришь. Я про формат вообще. Но тогда ты не можешь говорить такие вещи. Это противоречит религии, в первую очередь. Ты говоришь, по сути, если даже ты знаешь, не доноси, ты говоришь. Но на это нельзя. Аллах запретил нам. Если мы знаем, мы обязаны донести. Вот, допустим, тебя сегодня кто-то спросил: Тумсо, сколько раз в день нужно молиться? Вот сколько обязательных молитв в день? Ты не можешь сказать: я не знаю. Ты это знаешь, и ты обязан на этот вопрос ответить. Ты не можешь, тебя спросят, сколько Господа в этом мире. Ты не можешь сказать: я не знаю. Ты не имеешь этого права. Религия и любой иной вопрос, он сходится к тому, что если ты знаешь, отвечай. Если не знаешь, скажи: не знаю. А так просто там, типа, не говори, не отвечай, так нельзя. Ты обязан отвечать. Если в вопросах там политики, экономики и так далее ты еще можешь не ответить, если не хочешь, то в религиозных вопросах ты не можешь не ответить, если не хочешь. Это нарушение религиозных постулатов. Ты обязан доносить то, что ты знаешь. انتظريني انتظريني يا قدس.